Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами впечатлением от посылки от Мыло Опт. Я уже не в первый раз заказываю на этом сайте, мне очень нравятся посылки, приходят очень быстро. У меня приходит на следующий день посылка, и мне это очень нравится, потому что я каждую посылку жду с нетерпением. Поэтому давайте, я уже вот посылочку открыла, так, приехала она вот в такой коробочке, все хорошо запаковано, все. Это накладная, по которой я могу сверить то, что я заказывала, так, чтобы все было правильно. Итак, что же я заказывала? Я заказывала формочку для бомбы в форме сердечка, вот такая вот, так. Заказывала формочку в виде шарика. Так. Дальше заказывала кокосовое твердое масло. Вот такое. Так, смотрим дальше. Это полисорбат 80. Так, 100 миллилитров. Вот такая бутылочка. Так, тут куча всего. Сейчас я открою и вам покажу. Так, вот, я открыла кулечек. Значит, я заказывала такие деревянные палочки, чтобы удобно было помешать. Вообще, очень, очень удобная штучка, мне очень нравится. Вот, такие я заказала. Вазелин белый заказала, 20 грамм. Вот. Так, дальше. Заказала желтый краситель пищевой. Вот так он выглядит. Дальше. Эфирное масло апельсина сладкого. Эфирное масло лимона. 10 миллилитров. Эфирное масло хвои 5 миллилитров. Бура 10, 50 грамм. Масло манго баттери, вот так оно выглядит, 50 грамм у меня здесь. Так, это у нас масло какао. Вот такое твердое масло. У меня здесь 100 грамм. Вот так вот это выглядит. Еще я заказывала пигмент перламутровый красный. Я его уже заказывала, делала из него помаду. Вообще в восторге просто. Мой самый любимый цвет. Очень красивый. Так. Гранулы для скрамба я заказывала, хвойный микс. Очень яркий, очень хороший вообще. Выглядит очень классно. Пипеточку заказывала. Также я заказала краситель пищевой синий. Вот так вот он выглядит. У меня здесь 10 миллилитров. Так. Еще я заказала эфирное масло мяты. 10 миллилитров. Пигмент для помады красный, 2 грамма. Я его еще с ним не пробовала ничего делать, но попробую. Скраб виноградных косточек. Так, тоже я еще впервые заказала. Сухоцвет василька. Вот так. Пигмент перламутровый розовый. Тоже очень красивый цвет, мне очень нравится. Так, о, я очень ждала. Это основа для мыла желе. Видите, такое аж трясется. Я сейчас вам покажу, открою, как оно выглядит.
Вообще, я в восторге от этой основы, потому что я хочу сделать такое мыло-желе. Вообще, очень классно, мне очень нравится. У меня здесь 500 грамм. Ну, такое прям желишко-желишко. Сейчас я вам покажу, видите? Такое, оно не рвется, мне очень нравится, что оно не рвется, потому что я думала, что эта основа, она будет прям как настоящее желе рваться, но нет, и вообще очень довольна. Гляньте. Класс. Заказала тубы для помад, 10 штук, вот такие черные пакетики. Вот 10 штук такие вот заказывала. Также я заказала, это у нас кокамидопропил бетаин. Вот, 45%, очень сложно, конечно, выговорить. 1 литр у меня здесь. Так. И я заказывала дистиллированную аптечную воду. 1 литр. Потому что в аптеке я, кстати, в аптеке я не смогла ее найти. Я обошла 6 аптек, и нигде ее не было. Вообще, я просто в шоке, почему ее нельзя достать в аптеках. Но вот на мыле Opti она есть, и я очень довольна. Очень удобная баночка, очень все хорошо. Ссылочку на мыло Opti я оставлю под описанием этого видео. Всем огромное спасибо.